Всем здрасте! День третий. Продолжаем слоняться по лесным дорогам. Нашли очередную по направлению. И первый сигнал хороший. Достойный. Я пока еще его и не вижу. А, вижу. Сейчас сымем. Сейчас. Похоже на 20 копеек. В ямочке поход делал серебро. Доставай. Уж больно светленько. О. Да? Ну да, но самое 20 копеек. Билон. 28-го года. Отлично. Вот такая вот монетка. Рубленная. Подрубленная, да. Здесь уголочечки. Забираем. Такой-то уж точно забираем. Какой-то тракторный накат он валит. И в пересечении с нашим направлением. Мы как его нашли? Опять по чернине. То есть кованые гвозди, какие-то элементы, вот кованины. Начинаются просто вот в глухом лесу попадаться. И вот затертая, так вот. Затертая, конечно. Нормально. Да, там тоже сигнал. Сейчас проверим, посмотрим, что. Вылезли из лесика, наткнулись на такое болото. Тут тракторный накат, но он нам не нужен. Дорога, судя по навигатору, вот она. Идет вот тем краем болота. Не, она уходит, она вот. Ну да, вот так вот и туда дальше. Болото, оно вот так вот идет. Раньше его не было, оно было точечное. Ну, видимо, сюда распространилось. Ну, давай залезем вот. Посмотрим, что там. Вот, а это на деревню дорога. Ну, это не трактор, не накат, вот а на дорогу. Туда надо. Ну, давай сейчас обойдем, ну, вот, залезем туда. Что в этих лесах только не найдешь. Сейчас начинаем обходить болото. Так, да. Сейчас. Умора. Целый? Ну, почти. Оп. Что? Всем привет из Артека. Привет из Артека. Что он тут делает? Не, ну как что делает? Кто-то ходил. Молодежь. Так вот, болото справа остается, а мы идем вот этим пролеском. Вот тут. Итак, друзья. День два. Вчера после этой серебрухи много куда залезли. Ну, прям как отрезалось. Как отрезали находки. Прикол. Серебро подняли, буквально через 5 минут у меня отрубается, в ноль высаживается трактор. Батарейки заряжал все, ну, аккумуляторы. Поставил, ну, обычные аккумуляторы у меня идут, там, 2700 мА. Один поставил с другого комплекта, и, скорее всего, он коротнутый, потому что я его сейчас на зарядку с утра еще сегодня проверял. Он даже его не видит. И он высадил все остальное. Я так понимаю, я не электрик, потому что батарейки были свежие. Сегодня последний, крайний день наших похождений. Вот, сегодня решили по лесам особо не шастать. Ходить так по распашечкам. Вчера сунулись на распашку на одну, вполне себе. Можно передвигаться, снег сошел. Вот, сегодня себе такой разгрузочный день решили устроить. Посмотрим, что он покажет нам этот день. Так, такая вот распашечка. Ну и чешуя на ней есть. Судя по всему, это петровская чешуя. Те, которые вши. Вот такая находочка. С утратами, конечно. Сейчас попробую снять. Но сигналил. Как проволока. Вот такой крестичек офигительный. Но здесь низа не хватает, но это ничего страшного. То лекция пойдет. Посвящается свиньям. Если вы нас смотрите, я вам передаю пламенный привет. Вот как вы думаете, это нормально?
комрады, мать вашу. Вот это нормально? Привет вам, если смотрите. Вот первая монетка с этого поля Екатерины. Ну, как я и думал, убитая напрочь. За другим приехали. Нашли такую хренольку. Ну да, как будто бы кусочек фибулы. Ну, конечно, это вряд ли, но... Да бог его знает. Интересная штуковина. Пожеванная просто. Так. Находочка. Следующая. Ну и опять убитая монета, к сожалению. Даже не разглядишь, какого. Николаевского форматика. А, ну она, мне кажется, нет, она при жизни почавканная. Нет, она затертая, плюс да. Еще здесь пожеванная техникой. Потому что, смотрите, там более черный грунт. А здесь, видите, песчаники. Сейчас мы здесь покрутимся. Может, что выпрыгнет, интересно. Может, и не выпрыгнет, посмотрим. Потом у нас еще одна полянка есть. Прокатимся. Так, перебрались в соседнее поле. Сразу прошу прощения за ветер. Ветер очень сильный. ВРПшка и пуга-елька. Движемся дальше. Ребят, я сейчас тут бегал, визжал от счастья. Как же я люблю такие находки. Все-таки меня сюда тянуло, на эти поля. Знаю, что они тут есть. Смотрите, сейчас выберу ракурс, за ветер развиняюсь. Ветер сильный сегодня очень. Где она? Опа! Посмотрите, какой. И фокус, фокуса нет, ничего нет. Ничего не вижу, честно говоря. Короче, офигенный. Смотрите, какой красивый целый. Как же я их люблю. Ну, вы сами понимаете, что это далеко до Грозного. Такой. Монеточка выскочила. Ну, медь здесь съеденная. Суть по всему... Это похоже на деньгу. Она... Погибла смертью храбрых. Давно? Да, медь не выживает. Сколько? 1700... Ой. 30-е, да, примерно. 40-е. Не выживает, а 11-13 век выживает. Ну, потому что это нательный крест. Я же тебе сказала. Не, ну не только нательный крест. Тут и иконочки вот эти всякие. Ну, иконочки, сплав другой. И кольца, и сплав другой, естественно. Я про другое. Следующая монеточка. Одна, видишь, вторая. С одной стороны. Николашки, да нет, она живая. С одной стороны нормально, с другой стороны поджеванная. Она не поджеванная, просто в окислах. А под окислами она отойдет. Она в хорошем сохранении. Ну как в хорошем? В хорошем для поля. Пока бродим, заглянули в излюбленное место. Да и в общем не зря заглянули. Оп! Сейчас. Видали? Красотень какая. Шикарно. Пошли отсюда, а то больше вообще ничего не дают. Здесь дают чуть-чуть, но дают. Папашни, пора папашни, пара-пара-па-папашни, да. Следующая пашня, оттуда уехали, мы там долго не ходим, что много там никогда не дают. Так, копеечка, 34-й год. Забираем. Пашенка, пашенка. Еще совет. Двушечка 31-го года. Да, день подходит к концу. День, в принципе, удачный. Вот. Пора по пашням, вроде получилось. Ребят, это вот о мусоре. Вот все, что мы с собой сегодня забрали. Даже с полей. А уж про леса я вообще молчу. И про свиней, которые умудрились бросить сегодня посереть поле батарейки. Слов нет. Одни междометия.
Ребят, мы, те, кто занимаемся приборным поиском, в какой-то мере, наверное, ответственны за Землю и за историю, где мы занимаемся, то есть где мы копаем, на каких территориях. Так надо все-таки как-то с уважением относиться к этим местам, не срать, не бросать ничего. Ведь у людей, у которых нет истории, у них нет и будущего. Вот. Ладно. Не делайте так, ребят. Не надо. Походили сегодня хорошо, просто замечательно. Вы все видели. Крест зачетный. И второй зачетный, только не целый. Ну и наконечник. Ну, монетки понятно. Монетки все убиты, кроме советиков. Отправляемся завтра с утра в столицу. Смотреть на дурдом, который там происходит. Дальше будет видно. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что гуляли с нами в этот прекрасный день. Да и вообще в эти прекрасные дни. Хоть ветрено было. Ставьте пальцы, кому понравилось. Ставьте пальцы, кому не понравилось. Подписывайтесь, делитесь видосом. Всем желаю здоровья. Не болейте. И всем пока.